Вы вакцинировались от COVID-19, но не знаете, как получить или использовать цифровой сертификат? Вот основные моменты, которые вам нужно знать. Чтобы получить свой цифровой сертификат COVID-19, зайдите на сайт covid19certificates.lv. Нажмите на кнопку «Посмотреть свои сертификаты» и авторизируйтесь при помощи любого из доступных способов. Чтобы получить сертификат для своего ребенка, нужно нажимать «Посмотреть не свой», а сертификат персоны, находящейся на попечении. Для тех, кто находится в возрастной группе от 14 до 17 лет, имеющих в доступе полную версию интернет-банка и Smart ID, эти сертификаты можно получить, авторизуя личность через портал latvia.lv. Загрузите файл с QR-кодом и сохраните его на своем смарт-устройстве или в компьютере. Если желаете, сертификат можно распечатать и в бумажной форме. Как только вы получили свой сертификат COVID-19, убедитесь, что он действителен. Сделать это можно разными способами, например, сканируя QR-код сертификата, используя для этого сайт covid19certificates.lv, который предлагает верификацию через сканирование или загрузку. Это можно сделать и при помощи любого смартфона с читающим QR-коды приложением. Но стоит помнить, что в некоторых случаях ваш сертификат может быть недействителен, если еще не прошло достаточно дней после вакцинации или он перестал действовать ввиду завершения срока годности лабораторного подтверждения перенесенной болезни в прошлом. Больше о видах сертификатов и их срока годности можно узнать на портале Национальной службы здравоохранения. Как использовать цифровые сертификаты COVID-19? Можно отправиться в любое место, для посещения которого необходимо предъявить сертификат. Предъявите его в своем смарт-устройстве или в распечатанном виде вместе с документом, удостоверяющим личность, и насладитесь преимуществами. Будь то путешествие, посещение культурных мероприятий или просто обед в вашем любимом месте. Что делать, если вы прошли полную вакцинацию, но цифровой сертификат до сих пор недоступен? Вам необходимо зайти на портал e-Veselyba и проверить, доступна ли информация в разделе «Данные о вакцинации» под разделе «Факты вакцинации». Если эти данные видны, то об отсутствии доступа к своему цифровому сертификату нужно информировать Национальную службу здравоохранения. Если же информация не видна, свяжитесь с заведением, в котором была осуществлена вакцинация против COVID-19, и попросите перепроверить введенные данные о прививке. Что делать тем жителям, у которых нет возможности получить сертификат в электронном виде? В таком случае вам нужно обратиться в один из 122 единых государственных и муниципальных центров обслуживания и подать заявку на получение сертификата. О ближайшем к вам центре обслуживания можно узнать, позвонив по телефону 8989.